Когда идей для обеда совсем нет, а хочется приготовить что-нибудь вкусненькое, на выручку приходят несложные и аппетитные рецепты, вроде этого. Попробуйте, это чудесный супчик для всей семьи. Хочу порекомендовать вам этот интересный и совсем несложный вариант, как приготовить грибной суп-пюре из сушеных грибов, легкий, с минимумом ингредиентов и настолько простой, что его под силу повторить даже новичку на кухне. Этот супчик отличается невероятным ароматом и потрясающим вкусом. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Вот такой довольно простой набор ингредиентов вам нужно иметь под рукой, чтобы повторить рецепт на своей кухне. 2. В кастрюлю влейте заранее подготовленный бульон, это может быть как мясной, так и овощной бульон, выложите туда грибы и оставьте их примерно на часик. 3. По истечении этого времени поставьте кастрюлю на огонь, параллельно очистите картофель. 4. И нарежьте небольшими кубиками. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Выложите в кастрюлю к грибам и доведите до кипения. 6. Очистите и измельчите луковицу. На сковороде разогрейте немного растительного масла и выложите лук, обжарьте на среднем огне до золотистого цвета. 7. Выложите лук в кастрюлю, варите на среднем огне до мягкости картофеля. 8. Влейте тонкой струйкой сливки. 9. Посолите, поперчите по вкусу. 10. С помощью блендера взбейте все до однородной консистенции, после поставьте кастрюлю на огонь, еще раз доведите до кипения и можно сразу подавать супчик к столу. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Бульон 1 стакан, сливки 1 стакан, картофель 1-2 штук, луковица 1 штука, растительное масло 1 чайная ложка, грибы сушеные 0,5 стакана, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 2-3. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи, друзья, заходите!